Ну вот, собственно говоря, и дождались. Прилетело новое обновление, которое очень трудно, конечно, было скачать в течение 5 минут эти 800 метров через мобильный интернет, но тем не менее скачаться скачалось. И осталось самое простое, это установить его. И после установки все, чем нас порадовал производитель, это всего лишь навсего обновленный патч безопасности за октябрь месяц 2022 года. Но тем не менее, моему тешу моему. В общем, как-то так. Скачивалось в районе 5 минут. Это с учетом того, что через 4G интернет. Ну и устанавливалось в районе минут 6-7. Вот так где-то. Полная установка. Ну а дальше стал счастливым обладателем 13-й MIUI. В общем, как-то так. Пользуемся и наслаждаемся. А, ну да, и самое главное. Все-таки запись всех разговоров через звонилку MIUI работает до сих пор. Пока не забанили, надо пользоваться. Ну а теперь точно все уже. Будем ждать новых обновлений.